Доброе утро. Вот пошла я опять к своим животным, а тут опять замело дорогу. Ё-моё! Вот смотрите, ну что такое? Вот выше меня, вот, я стою, это выше меня. Это как так? Это у нас как заметает дом. Хотя здесь до фундамент 1,5 метра. Так, и окно метр, 1,5 метра, больше, наверное, 3,5. Вот теперь снимает. Все, смотри, иду по огороду. Подожди, подожди, подожди. Христос! Вообще, смотри, не проваливается. Вот иди прям, снимай, как я пойду. И там скачи, смотри, видно, что там ямина. Видно, видно. Этот, арматурина торчит. Посмотри, какая прям без пропасти. Страшно. Ну все, я уже тут. Включай. Сейчас, подожди, я все сниму. Сними что-нибудь, скажи. Так, ну здесь плохо, конечно, видно. Как все завалило. Ну, примерно 2 метра. Может быть. Ну да, где-то, может быть, 1,80 метра завалил снег. Вот. Долго будешь чистить. Зайдем, тут вообще маленькая ямка. Это мы ищем вилы для сена. Да они, наверное, в сарае лежат. В сарае, наверное, лежат. Просто плохо искали.